Приветствую! В эфире Вымпел. Здесь ты, как и всегда, сможешь узнать все самое интересное из мира настолок, кино, компьютерных игр, сериалов, комиксов и прочих радостей гиковской индустрии. Смотри сегодня в выпуске. Уйма новостей из The Game Awards, Кэмерон жаждет крови и потрясающее дополнение к не менее потрясающей, но знакомой настолке. В прошлую пятницу состоялось The Game Awards — крупнейшее мероприятие в мире игр, сравнимое с таким настоящим хорошим киношным Оскаром. Ну и очевидно, не обошлось без новостей, о которых мы прямо сейчас в первом блоке и расскажем. На The Game Awards был показан новый отрывок из ожидаемой игры Suicide Squad от студии Rocksteady, в которой показали, о боже, убивающего Бэтмена. В первую очередь стоит отметить, что это был трибьют актеру Кевину Конрою, который озвучил Бэтмена в последний раз именно для этой игры. В ноябре, увы, он умер от рака. Ну, а сама игра, в которой появится возможность почтить память великого актера, выйдет 26 мая на ПК, PS5 и Xbox S и X. Студия Splash Damage представила самый необычный трейлер, который только можно себе было представить. На этой церемонии, которой с первого раза никак нельзя было сопоставить со вселенной трансформеров. Но тем не менее, в ролике на Землю напали некие существа, ну а люди из последних сил пытаются им сопротивляться. Выглядит все очень дорого, богато, красиво. Ну а в конце люди оживляют робота, а зрителям показывает всплывающее лого Transformers Reactive. Стало известно, что это онлайн-экшен для 4 игроков, действие которого происходит во вселенной трансформеров. Подробностей почти нет. Ну, кроме того, что в тизере появляется голова статуи свободы, также засветившаяся на официальном арте игры. Вероятно, действие происходит в Нью-Йорке. Исходя из жанра, можно ожидать, что нас ждут уникальные классы, прокачка, масса умений, различных заданий, игровой процесс на уничтоженной земле, захваченной другими существами. Больше подробностей будет позже. Пока что известно, что игра выйдет скоро на ПК и консолях. 505 Games анонсировала шутер Crime Boss Rocky City с множеством звезд 90-х. Игра выйдет 28 марта 2023 года на ПК и позже на консолях. Отметим, что это шутер от первого лица, который можно будет пройти как в одиночку, так и в кооперативе. Действие игры развернется во Флориде 90-х. Одна из ключевых особенностей игры заключается в том, что в ней сыграло множество известных, но сейчас не очень популярных актеров. Это и Майкл Мэдсен, Ким Бейсингер. Это Дэнни Трехо, Дэнни Гловер, Майкл Рукер, Ванилла Айс, ну и, конечно, куда же без мастера разворота, Чака Норриса. Игру разрабатывает InGame Studios, издателем выступит 505 Games. Релиз запланирован на 28 марта 2023 года. 16 декабря — день выхода магнум опуса Джеймса Кэмерона «Аватар 2. Путь воды». Однако стало известно, что это не единственный проект, который сейчас известен и интересен великому режиссеру. Стало известно, что Джеймс Кэмерон предложил Роберту Родригесу поклясться на крови в том, что они наконец-то снимут сиквел ленты 2019 года «Алита. Боевой ангел». Лента ожидаемая, множество фанатов подписывало петиции, ну хочется верить, что к чему-то хорошему это да приведет. На этом наш блок новостей, такой насыщенный сегодня, подходит к концу. Ну а мы плавно переходим к нашей следующей рубрике. Сегодня в нашей рубрике, посвященной комиксам, небольшое изменение, поскольку я принес сегодня не книжку, но что-то не менее желанное. Труп фанатами Человека-паука из России. Лично я познакомился с этой прелестью в детском саду, ну, ровно в тот момент я и начал их собирать, и до сих пор бережно храню этот прекрасный сундучок, который многие могут узнать с первого раза. Это карточная игра, в первую очередь это коллекционная карточная игра, посвященная Человеку-пауку и всем-всем-всем из Марвел, которая называется «Человек-паук. Герои и злодеи». В этом потрясающем сундучке, таком презентабельном снаружи и, ну, надо сказать, видавшем виды изнутри, лежит лишь половина коллекции, потому что я очень сильно увлекся. Серий было 3, первая, вторая, третья. Первую я собрал почти полностью, не хватает только 2 карт. Вторая и третья уже как-то пришлись на тот момент, когда я слегка подостыл к теме, но иметь первую коллекцию хотя бы больше, чем половину, это в годы моей юности, скажем так, чуть более юной юности, чем сейчас считалось, чем-то необходимым, особенно если ты фан. Собственно, что тут есть? Один момент. Карты представляют из себя больше коллекционный, чем игровой интерес. И сейчас мы посмотрим, почему так это. Сюда. Ну, собственно, здесь фигурирует на этих картах большая часть персонажей, которая появлялась в кинематографической вселенной Марвел и в комиксах нынешних,
которая уже появилась и которой только предстоит появиться. Здесь у меня вперемешку несколько коллекций, поэтому мы уделим внимание им всем. Надо как-то все разложить, глазки разбегаются. Но ключевое отличие нашей российской версии этих карт от зарубежной тем, что у нас не поленились и каждой карте сделали небольшое описание. То есть человек не просто должен был состязаться в категориях интеллекта, силы, скорости, ловкости, особых умений, но и в том числе была небольшая информативная справка, которая для нас, мелких, была очень важна, чтобы понять вообще, о ком идет речь. Здесь и какие-то человекопауковские злодеи, это Электр с его классическим дизайном, и Немор, который подводник, который недавно появился в фильме «Черная пантера. Ваканда навеки». Это и Железный Человек в его классическом костюме еще до выбора Роберта Дауни-младшего на роль. А к слову, о покрытии можно заметить, что эта карта необычная. И таких карт на самом деле полно. Чуть позже у меня здесь перемешку несколько коллекций. Это дает нам больше разнообразия. Сюда стали добавлять и какие-то культовые классические обложки. И один момент. И культовые команды, те же Альянсы Героев. И, блин, я вот даже не думал, что найду это на камеру, но это делает нынешний момент только более эпичным. У всех фанатов споры в юности вызывала вот эта карта. Я прошу дать максимальное приближение. Этот парень по имени Сплав. Потому что у каждой карты есть определенные категории. Интеллект, сила, скорость, ловкость, особые умения, бойцовские навыки. Ну и чем больше, тем лучше. А вот этого парня здесь все по нулям. Из детских лет мы задумывались, все те, кто в садике менялись этими картами, все те, кто обсуждали это позже из моих ныне живых и остающихся друзьями друзей, шло обсуждение, это самая сильная карта, потому что она выше обычных категорий, или это самая слабая, ну потому что 0 есть 0, там вот у тети Мэй сила 51, а у Сплава все по нулям. Вот, поэтому иметь такую карту в своей коллекции считается таким некоторым признаком труфанства, то есть искренней заинтересованности в том, чем ты увлекаешься. Ну, надо сказать, что здесь были всякие бонусы, плюс 50, мощь 400, но надо сказать, как игра, она ценности для нашего обсуждения сегодня не имеет, поскольку это фактически ностальгические высказывания. Большая часть персонажей, про которых мы сейчас узнаем из медиа, это и игры, и сериалы, и фильмы, но я и повторюсь, как вот в комиксы вводят. Эти персонажи, когда-то появлялись в этих карточках, это невероятно балдежно. То есть о том, что в мире Тора и в мире Локи существует лягушка Тор, многие узнали с выходом сериала и конкретного эпизода, где ее в качестве камео показали в банке. А мы об этом знали еще из карточек. И о том, что, например, что это за загадочная женщина в исполнении Шарлиз Терон в последнем Докторе Стрэнджа, а это Клея, мы знали давным-давно. Здесь она появилась еще в первой серии. А я напомню, первая серия — это детский сад. И можно в этот момент действительно шутить, что, ну, получается, Человек-паук для настоящих детей. Ну и от себя хочу порадоваться, что это были те прекрасные времена, когда можно было видеть классические дизайны носорога до механических костюмов, Электро до того, как он превратился в какого-то синего наэлектризованного человека, Человека-песка. Вот, есть еще и такие карты, здесь их просто так не сыщешь. Они называются редкие, это вот обычные фольгированные, а есть ультраредкие, которые поблескивают в руках. Я не знаю, насколько хорошо это передаст камера, но на это можно любоваться вечно. Собственно, я готов здесь каждую карту обсуждать по одной. Как я выменял эту, как я стащил ту, ну, я имею в виду, выменял чуть более выгодно, чем могло показаться, в каком комиксе кто появился, но я просто хочу высказать солидарность и, я не знаю, одобрение всем тем, кто сейчас помнит эту коллекцию, хранит, кто про них пишет на всяких гиковских сайтах, и сказать, что вот это одна из тех коллекций, которые мы собирали с детства, и чем мы, ну, я не знаю, будем хвастаться своим детям, я так думаю, и очень хочется верить, что не у меня одного эта коллекция есть. Пишите, какая ваша любимая карта, какая имеет для вас наибольшее значение. Мне искренне интересно будет об этом узнать. Эта ностальгическая рубрика плавно переходит в другую, чуть менее связанную с комиксами, но все так же и даже чуть более связанную с настолками. В нашей рубрике, посвященной настольным играм, мы сделаем тоже необычный шаг. Мы вернемся в прошлое, на несколько выпусков назад, когда я говорил о Робинзоне Крузо. Я мельком обмолвился о дополнении, и мне повезло, оно у меня есть, сегодня мы о нем и поговорим. О путешествии Бигля. Собственно, дополнение. Основная тема этого дополнения — это большое путешествие. Следуя тенденции, которых сейчас, увы, не следует множество игр, путешествие Бигля комплексно расширяет все те механики, о которых мы слышали в оригинале. В первую очередь, по аналогии с продолжением Андора, путешествие на север, появляется корабль, который нам предстоит обслуживать и который мы можем потерять, если будем очень
неаккуратно с ним обходиться. Ряд компонентов, которые, допустим, башня поврежденная, мачта целая. Ну, если я сейчас буду это раскладывать, это будет довольно долго, но можете мне представить и поверить, что модифицировать корабль можно и лучше не добиваться его разрушения. Жетонов также прибавилось, никуда не обошлось без прикольных фирменных деревянных деталек. И маленький прекрасный кораблик с белеющим парусом одиноким — это вишенка, если вы вдруг особо любите деревянные компоненты. Я их люблю. Помните, я говорил, что из деревянных кубов уже можно целые заборчики строить? Вот очередное пополнение. Пополнение не только в списке маленьких компонентов. Появляются и значительные игровые части. Это два персонажа. Это миссионер, точно так же в двух версиях, леди и не леди. И Чарльз Дарвин, который почему-то, интересно, почему только один. Также, помимо того, что Чарльз Дарвин есть Чарльз Дарвин, у него есть особенность. В отличие от этакого дневникового скетчевого стиля, Чарльз Дарвин представлен здесь своей фотографией в молодости. И, с одной стороны, это прикольно, потому что, ну, действительно, дополнение посвящено его путешествию и как-то очень опосредованно связано с Робинзоном, с похождениями, про которые писал Даниэль Дефо. И это придает некоторые историчности, но одновременно с этим и выбивается из сеттинга, как сейчас принято со множеством очень интересных коллабораций, типа там Destiny 2 и Assassin's Creed, или, я не знаю, Assassin's Creed и Final Fantasy, если мы говорим про Origins. Но, тем не менее, играть за него довольно интересно, и раз уж вокруг него это дополнение крутится, то давайте посмотрим, что здесь есть. Здесь есть множество сценариев, которые добавляют осмысленность кампании и некий прогресс. Наша задача по ходу путешествия — насобирать как можно больше интересных редких образцов, затем не убить их по дороге, не утопить, не повредить, не заморить голодом и привезти обратно. Для этого есть множество планшетов. Есть планшет прогресса, в зависимости от достижений которого мы или получаем какие-то ништяки, или их теряем. Это связано с каждым сценарием, то есть получается, предыдущий сценарий задает основу для следующего, и проходить их по отдельности не имеет такого смысла. То есть имеется в виду, что вы должны проходить кампанию или подряд, или с паузами, но как-то фиксируя свое прохождение, как это было в играх с механикой Legacy или тот же Gloomhaven. Что, кстати, приятно видеть, несмотря на то, что здесь все взаимосвязано, рвать, ломать, выкидывать жетоны здесь не обязательно. Сценариев очень много, надо отдать должное, если обычно речь идет о том, что у вас появляется, как в Андоре, в маленьких дополнениях, одна, две, три дополнительных легенды. Здесь это первый сценарий, второй, третий, четвертый, пятый, ну и здесь маленькая таблица подсчетов, причем надо отдать должное, сценарии разнообразны и по полной эксплуатируют все механики, введенные в игру. Они сами по себе стилизованы, вам предстоит и плыть, и беречь свой корабль, вам предстоит обзаводиться новыми помощниками, в том числе юнгой, в том числе лошадью, попугаем, вперед смотрящим, судовым врачом, ну то есть можно собрать очень неплохой зоопарк с доктором Айболитом. Появляются новые карты, которые могут задавать вам условия игры, это прям моя отдельная слабость и повод для радости. Причем эти ивенты, на которые я ратовал в прошлой игре, здесь никуда не делись. По самой механике хочется отметить, что приятно видеть, как находятся дополнения, которые кардинально переворачивают игровой процесс. Если раньше наша цель была выжить и не загнуться от аборигенов, или от надвигающегося вулкана, или от голодухи и каких-то лесных гнусов, здесь нет. Здесь у нас вполне себе благородная задача, которая единой линией проходит через весь сюжет. Это первый плюс. То есть у вашей игры появляется осмысленная цель. А когда есть цель, всегда проще стремиться к ней и больше мотивации ее достигать. Во-вторых, здесь много новых компонентов, и это не похоже на классические современные дополнения, когда вам, ну, допустим, если мы говорим про «Звездные войны», кладут несколько карточек и говорят, это сделает оригинальную игру чуть интереснее. Это фактически продолжение игры, если вам не хватило вот этой всей прелести выживания, коллективного труда, здесь оно есть. Также сохраняется кооперация, это немаловажный плюс. Вы должны все вместе плыть, иначе вы все на этом корабле ко дну и пойдете. Ну и плюс, лично моя слабость. Я очень люблю события, которые влияют на игровой процесс. Я обожаю животных, всякие растения, жучков, червячков, поэтому путешествие Дарвина в рамках дополнения — это одна из лучших тематик. Мне она кажется куда более интересной, чем у нынешней редакции что-то там про город каннибалов и головорезов. Вот. Я искренне надеюсь, что у вас появится возможность насладиться этой игрой в компании, если у вас есть такие же настольщики, или вы уже им насладились. Но я считаю, что это такое хорошее завершение нашего необычного блока про необычные настолки, и практика обзора дополнений у нас, я думаю, еще себя проявит. Ну, а на такой хорошей ноте наш блок, посвященный настольным играм, плавно, как полагается, кораблю, так вот, уплывает в закат.
На этом наш выпуск подходит к концу, но не переживай, через неделю мы обязательно вернемся. Новый год все ближе, ближе, интересных новостей должно быть больше и больше, но о них мы тебе непременно расскажем. До скорой встречи!